ресторане «Харитонов» проходит уже этот турнир «Гладиаторы в клетке». И я думаю, что сегодняшним вечером и как бы изготовлением этого пояса мы потихонечку будем трансформироваться в лигу «Гладиаторы в клетке». То есть мы прогрессируем, не останавливаемся. И сегодня впервые разыграем пояс нашей лиги весовой категории до 77 килограмм. Формат у нас будет гран-при, это четверка. Ребята подерутся между собой. И в последнем бою вечера мы увидим первого чемпиона лиги GTC «Гладиаторы в клетке». Очень приятно поддерживать турниры такого класса, которые показывают, что все-таки есть сильные ребята, которые готовы встречаться на ринге и выяснять свои отношения. Мы поддерживаем максимально спорт, особенно боевые виды спорта. К сожалению, Министерство культуры, молодежи и спорта не всегда поддерживает разного рода соревнования, особенно выездные. Поэтому стараемся мотивировать спортсменов хоть самостоятельно. В принципе, все, кто здесь есть на сегодняшний день на ринге, это серьезного уровня бойцы, которые выступают как в национальных видах спорта, таких как кортинг, таких как казацкий двубой. Здесь же сегодня мы даем ребятам возможность проявить себя, быть замеченными и получить билет в жизнь, в спортивное будущее. Поэтому рады присутствовать при этом. Всем, кто сегодня будет выступать на ринге, искренне желаю удачи, победит сильнейший. Поэтому надеемся, ребята, на то, что вы покажете себя в полном своем мастерстве и достойно на ринге выдержите все эти испытания. В целом турнир получается очень хороший. Зрина, честно говоря, сам не ожидал. Вот, ребята молодые, но показывают очень конкурентные бои высокого уровня. Вот, ну, большой респект организаторам, что делают такие вечера, такие турниры для развития. Молодежи очень интересно приходить и проводить время, смотреть, заряжаться энергией. Всем спортсменам желаю, что в первую очередь меньше травм. Потому что это основное, что нас постоянно преследует. После долгого застоя в 6 лет не выходил ни в клетку, ни в ринг, никуда. Травмировал очень сильно плечо, ногу. И вот буквально за последние полтора месяца более-менее восстановил свои старые травмы. И мне захотелось вновь почувствовать этот запах клетки, этот спорт, вернуться, попробовать себя. Оппонент был очень хороший, молодой, действующий спортсмен, показал хороший бой. А мы будем дальше тренироваться и будем планировать выходить еще и побеждать. Всем спасибо большое за поддержку. Был очень рад людям, которые меня поддерживали, которые приехали, которые находились в Харькове, Чугуево, в других городов. Ребят, спасибо вам большое. Но мы в душе воины, бойцы, поэтому мы никогда не будем останавливаться, будем идти только вперед и вперед.